Вот теперь самое интересное. Пушка. Дуло. Ну, это ясно, что цилиндр будет, правда же? Коню было понятно, что это будет цилиндр. Так. Ставим так. Поворачиваем. 90 градусов. Так, уменьшаем. Эх, упустил. Тащим же вот сюда. Смотрим спереди. Понятно, что он должен быть больше. Но зазор должен быть виден. Небольшой зазорчик. Вот так. Ну, теперь вытягивать. По игреку, да? Вот так. Вытянули и будем сейчас пробовать делать так, как оно положено. Тянем. Вот вытянули ее. Тут зазор есть, надо его вместе с этой со всей сразу на место поставить, пока нет никаких неприятностей. Также ставим на место по Y. Вот так, все. Вот, вот хорошо сделано, все замечательно. Так, давайте посмотрим, какая же она пушенция это. Так, у меня вот здесь толстая, потом идет дальше. Так. Ух. Серьезная штука. Так, хорошо. Тогда мы ее так и сделаем. Сожмем, вот это будет первая ступень, правильно? По ступеням начнем делать. Ставим ее сюда. На место. Вот так, да? Смотрим. Даже чуть побольше. S по Y. Вот так. Далее. Вот. Берем эту. А, вот эту часть берем. Так. И. Так. Теперь двигаем ее вперед. Это просто G. Да? Ну-ка. Да, это просто G. И еще раз вперед двигаем. Теперь уже Е. И смотрим. Ну, поменьше будет. Так. И тоже уменьшаем. И. Так. По Y. Теперь основное дуло должно пойти, да? То есть это будет E и двигаем. Вот основное дуло у нас пошло. Так. А оно тоже как-то интересно так действует. Оно сужается здесь, да? Что-то какое? А много? А нет, как раз вот так. Так, яма теперь сужается. Это вот так делается. Так. А дальше, хитро, дальше еще раз Е убирается и начинает вот отсюда уже вот так делаться. Отлично. А дальше вперед. Е. Так.
Этот опять. Немножко вперед продвигаем, и вперед, и начинаем увеличивать. Вот так, наколобучку такой сейчас сделаем, так. Потом он идет прямо. Так. Потом идет опять вниз. То есть Е, вот так, и вниз, С. Так, дальше идет нахлобучка прямо, С, нет, это Е, прямо. Смотри, не думал, что она такая сложная. И опять еще раз Е, и теперь ее сужаем. Вот так. О, какое мощное оружие. Так, теперь говорим Е. И задвигаем это взад. Назад двигаем. Есть. Ух. Так. А здесь там нужно будет... Подождите, ребята. Прорезать дырки. Но мне кажется, вот тут я что-то не так немножко сделал. Двигаем ее. И смотрим, какие у нее дырки там. Ага, здесь вот такая, здесь вот такая. Здесь простая дырка, здесь непростая. Значит, тогда вот эту часть. Надо побольше эту сделать. Ее как бы все вытянуть, мне кажется. Увеличить чуть-чуть и вытянуть ее без. Так, и еще раз подвинуть. Вот. А вот это... Секундочку. Вот это расширить S, V, Y. Вот так. И возможно поднять. Вот. Вот так будет хорошо. Итак. Вот это тоже немножечко. Подвинем. Смотри, сколько возни. Вот так. Так, и смотрим, какие там дырки. Вот на квадратная. То есть мы берем сейчас квадратик. Возьмем куб, с него сделаем квадратик махонькой. Раздвинем его чуток по иксу и поставим на место. То есть вот сюда. Но мне кажется, он вытянутый малость, да. По S, по Z он вытянутый. Вот такое. Так. И сделаем еще второй. Shift D. Переместим его сюда. Сделаем поболее. Маленько. Так. И
И до этого остановимся, потому что там это уже лишнее, мне кажется. Хотя, в принципе, можем и сделать. Если мы возьмем теперь вот, вот эту вот крышечку. Вот эту крышечку, да? И скажем, bevel. Вот так. Она такое будет. И теперь так. Bevel сделали, да. И теперь ее просто-напросто расширить. S по X. Вот так. Ну, прилично. Теперь берем эту, соединяем Ctrl-J в одну. Вот так. И говорим, что нам надо вот из этой. Нет. Вот из этой. Нам нужно ее дифференцировать. Понятно? Ура! Мы с вами сделали пушку. Будем ей гордиться теперь. Оп. Так, ну и надо еще по три болтика сделать. Возьмем тоже этот самый. Цилиндр. Давайте сразу мы будем метр делать. Вот такой сделаем. Пускай он такой сирен будет. Лучше из такого делать, чем из такой огромной штуки. Вытаскиваем. О, а тут нам надо было всего 8. Так, ну давайте еще раз. Межцилиндр. И не 8, даже 6. Вот так. Вытаскиваем. Вот. Разворачиваем, естественно, по оси. Икс. Угу. И тащим. Тащим в нужное место. Уменьшаем, уменьшаем, вот. Так, чуть развернем. Присунем точно теперь. Лучше по игреку. Вот так. Так. Смотрим опять же спереди. Ну, как-то устрашающе выглядит. Дальше Shift D сюда. Разворачиваем, чтобы они были одинаково. И еще раз Shift D. И вот сюда я ставлю. Наверное, вот так лучше. Тоже немножко развернуть, а это чуть опустить. Между ними как бы ровно, чтобы было. Теперь мы их три собираем вместе, Ctrl-J, говорим объект, все трансформеры убираем, говорим объект set origin 3D курсор и просим сказать mirror, все, и говорим, что мы это абсолютно довольны этим. Как
Я вам скажу, при желании мы можем пушку, конечно же, немножечко увеличить. Такое сделать. Вот так, да? И вот это колечко чуть-чуть увеличить вот до сюда. Все. Вот так оно более мощно смотрится. Такое мощное. Такое мощное, прям примощное. Красавица пушинцы. Нам уже надо писать все. Уже не запомню я. Сразу сравняем все эти рядные. Раз мы всем довольны, мы им и скажем, что мы вами довольны. Да. Вот так. Так, нам осталось сделать здесь треки, поставить здесь какие-то. Вот тут сверху, ну это уже следующее видео опять.